Хочу сделать свой прогноз на матч Кубка Африканских наций между Нигерией и Гвинеей. Ну, кто-то скажет, что Нигерия здесь фаворит. Я так не считаю, что Гвинея сейчас очень сильная команда. И может они даже и выиграют Египта. Вот это такой матч равных команд. Вот так я вам скажу. Может выиграть и те, и другие. Причем, возможно, счет закончится 0-0. Вот, будет такая вот долбежка там, блядь. По ногам будет бить, блядь, там мозгоебка будет, в общем-то. Вот такой будет там футбол. Но я думаю, там больше двух мячей не будет, честно сказать, да? Ну, возможно, 30 будет. В чем я сильно сомневаюсь. Теперь, как команды сыграли. Гвинея первый матч завершил ничью 2-2. Нигерия не без труда, но выиграла. Вот. Вот такие матчи. Безусловно, сборной Гвинеи надо выигрывать. Да, несмотря на то, что Нигерия стоит фаворитом. Но что я хочу на этот матч поставить? Результат я не знаю, какой это будет. Хотел поставить на фолы, в фолах я уверен абсолютно, но нигде не дают. Просто не дают. Ни в Бет-Сити, ни в Фунбете, ни в Дейставе, нигде. Поэтому я на этот матч поставлю всего одну ставку. Это количество желтых карточек больше 2,5. Я абсолютно уверен, что будет там много желтых карточек. Ставлю сюда всего 5% от банка. Ну, такая довольно-таки мне непонятная еще ставка. Я до конца в нее не верю, но, скорее всего, она сыграет. Вот сюда. Вот поэтому моя такая ставка на этот матч. Тот желтых карточек больше 2,5. С коэффициентом 1,6. Всем пока. Ждем матча.